Привет всем! С вами Антон Кучумов, канал Workout Fitness городских улиц. И сегодня очередной выпуск видеоблога. Поскольку многим пришлось по душе предыдущее видео про фиолетовый браслет, если кто не смотрел, оно вот здесь сейчас высвечивается, то я решил развить эту тему и сделать видео еще про один лайфхак, который позволит сделать вашу жизнь более насыщенной и более интересной. Сегодняшний лайфхак называется ежемесячный отчет, и его суть сводится к тому, что в течение месяца вы записываете все те особенные события, которые с вами произошли. И под особенными я понимаю события, которые не вписываются в ваш привычный образ жизни. То есть, если вот есть ваш привычный образ жизни, то эти события, они находятся либо рядом, но вне него, либо вообще где-то далеко. На собственном примере могу сказать, что в 2015 году я ездил в Мексику, где я снимался для Paco Rabanne. И вот это событие, оно особенное. Это не то, что я делаю каждый месяц, не то, что даже каждый год у меня получается сделать. Поэтому его стоит записать. Смысл всего этого в том, чтобы в конце месяца вы могли посмотреть, чем вам запомнился этот месяц, что в нем произошло такого, чем вы можете гордиться или что вы с удовольствием будете вспоминать потом. К сожалению, большинство людей живет такой жизнью, что погрязает просто в мелких рутинах и не замечает чего-то большего за ними. В свою очередь, такой ежемесячный отчет позволяет нам посмотреть, как прошел этот месяц. И если за эти 30 дней нам действительно нечего вспомнить, то надо что-то менять в жизни. То есть даже в течение всего этого срока он будет вас стимулировать, что вы стремитесь сделать что-то большее, чем то, что вы делаете каждый день изо дня в день и получаете один и тот же результат. О том, как выглядят мои ежемесячные отчеты, можно посмотреть по ссылочке в описании. Я там выложу ссылку на ВКонтакте. Потому что я каждый месяц еще выкладываю эти отчеты на своей страничке ВКонтакте, просто чтобы поделиться с другими людьми, чтобы показать им, что можно успеть сделать за эти 30 дней, что удалось успеть мне, хотя я лентяй и много чего не успеваю сделать. И также это мотивирует меня самого, потому что если я знаю, что мне предстоит рассказать людям о том, что я сделал, и если мне нечего будет рассказывать, то это как-то грустно. То есть жизнь, она одна, и она проходит, поэтому надо что-то делать. Что-то интересное. Ну а в конце года можно все это свести в один большой годовой отчет и посмотреть, как прошел ваш год, смотреть на самые запоминающиеся вехи, еще раз их вспомнить, поностальгировать и поставить себе какие-то более глобальные цели на следующий год. Честно говоря, я начал пробовать этот лайфхак в 2015 году, и весь 2015 год я записывал все. И действительно помогает, то есть вот по своему опыту могу сказать, что меня это мотивирует что-то делать, стараться сделать даже больше, чем я изначально планировал. Просто потому, что хочется потом смотреть и видеть, что ты не просто так проводишь дни, не просто так тратишь время, а действительно чего-то достигаешь, чего-то полезного, чего-то стоящего. Вот такое видео получилось, надеюсь, оно будет вам полезным. Если возникли какие-то вопросы, то пишите в комментариях к видео. Если хотите видеть больше видео на тему лайфхаков, то тоже пишите. Буду снимать, потому что есть еще много интересных штук, которые я использую или использовал в свое время, и которыми я готов поделиться. Вот. На этом на сегодня все. С вами был Антон Кучумов. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Впереди вас ждет много всего интересного. Пока! В принципе, 24 часа, они у всех есть. Они есть у вас, они есть у меня. Они были у Леонардо да Винчи, они были у Никола Теслы. Они были у Томаса Эдисона, они были у Линкольна. Как бы это одни и те же 24 часа, поэтому вопрос не в том, сколько времени у вас есть. Вопрос в том, как вы его используете. И об этом мы поговорим сегодня.